Здравствуйте, товарищи! С вами Онкель Снайк и продолжение прохождения за Российскую империю игры Empire Total War с модом Dart Mod. Давненько мы не играли в нее. Так, и тут вот у нас обозначены проблемы, которые первоочередные. Это, во-первых, дагестанцы захватили наш Черкасск. Черкасск, который, можно сказать, впрочем, хочет терять. Здесь у нас два варианта. Есть маленькая армия, которая стоит вот здесь, которая двинулась куда-то в центральную Россию. Вот. А есть сам Черкасск. Вот, я думаю, как быть. Сначала завалить этих, потом этих или наоборот. Здесь они строят город и, наверное, смогут скоро... Так, сколько? Три хода осталось. В принципе, пока не построят город, наверное, наверное, есть смысл вот этих заблокировать. Точнее, не заблокировать, а ликвидировать. Да, отлично. Все, давайте, пошли на поле боя. Сейчас попробуем их завалить. Да не попробуем, а завалим. Так, ну все, я расставился. В общем, у нас есть арта, мы с нее начнем. Короче, вы поняли, да, что произошло? Или если нет, то я сейчас скажу. Я нажал на паузу, надо было закрыть окно, а когда я вернулся, я забыл с паузы снять камеру. Ну, в результате мы победили, но, к сожалению, вам не удалось понаблюдать за этим, но я переигрывать не буду. В принципе, победа, она и есть победа. Так, и вот в результате у нас недобитки ломанулись в ту сторону. Так, давай сразу пацанов поставим на переобучение, но... Тут бы, конечно, перехватить. Не удалось догнать. Гена еще у них остался живой. Гену долбили артой, но он остался живой. Так. Слушай, ну что же. Да, тут, конечно... Да, так, конница. Раз, два, три. Не догоним, да? Так, не догонит конница. А если Гену выключить... Не догоним. Нет, не догоняем даже. Так, ну, в принципе, они не опасны так-то. Ладно, идем в сторону города. Здесь давайте наймем... Ой. Здесь, кстати, здания у нас уже подстроились. О, возможность... Так, давай казачков возьмем. Пускай они ложки. О, инфраструктура. Так, ну ладно, это, конечно, круто, не вопрос. Но у нас же здесь есть еще и второе направление. Сейчас давайте оценим Балтику. Так, на Балтике у нас... так, на Балтике у нас шведов мы разбомбили. Да, мы, если кто помнит, мы заскочили на их территорию. Давай построим... отремонтируем. Так, здесь у нас шведы, да. А что у нас с армией на этой стороне? Здесь мы конную армию, хотя конный отряд, хотя можно было бы и так, можно было бы здесь и ополченцев поставить, чтобы нас не бомбили. Так, содержание 160, 210, 280, 220. Да, самые дешевые ребята это вот эти ополченцы. Мы их возьмем и переправим в этот порт, чтобы наш порт не бомбили. Так, что у нас? Я тоже маленько подзабыл же, это все-таки прошло определенное количество времени с тех пор, как я последний раз сюда заползал. Ох, много чего надо строить. Много чего надо строить. И с армией. Армия туда ушла. Так, поляки, союзники. Эти в мире. Поляки. А, вот у нас армия. Все, отлично. Так, здесь у нас какие-то потери очень жесткие. Давай сделаем. Генерала пока не будем восстанавливать. Генералу и так хорошо. Так, теперь у нас осталось 1300, на дороге уже не хватит. В принципе,
ни на что не хватит. А восстановление войск. Давайте посмотрим. Да, вот здесь нужно восстановление. Гену отключаем. Так, сделаем. А Гену почему сразу не восстанавливаю? Он, во-первых, у него хватает. Хватает телохранителей, он непосредственно в бою не участвует. Ему хватает телохранителей там на 2-3 боя, в принципе. Может, больше даже. Даже если он несет какие-то потери, все равно он остается в порядке. Его можно будет переобучить, когда побольше будет этого. Блин, вот этих тоже надо переобучить, вот этого. Так, дальше, что здесь у нас? Здесь у нас фабрика пушек, да? И армия. Армия восстанавливается. Ну, я так понимаю, придется один ход подождать. У нас здесь много. Здесь проблемы, конечно, с турками. Ну, турки это, конечно, всегда проблема. Так, давайте-ка глянем еще на наш список наших флотов. А, и у нас же еще есть. Так, Балтийская. Карибы. Средиземное, это я помню где. Черное море. Так, и у нас торговля идет. Угу. Так, на Карибах. На Карибах что? На Карибах у меня один корабль. В мире мы с испанцами. По идее, мы здесь ни с кем не воюем, да? Да, мы здесь не воюем. Здесь пока жить можно. Торговля идет потихоньку. Да, торговля идет. Так, давайте заглянем. Так, а что это у нас? Кто это? Ё-моё, джентльмен. Джентльмен, а джентльмен. Ё-моё. У нас джентльмен сидит здесь. Вот он. Джентльмен. Надо же его. Давай попробуем джентльмена высадить на. Ну сходи на берег, раз ты. Попробуем высадить его на берег. Он пошпионит и немножко пошпионит и заодно, может быть, про технологию украсть. Уже было бы прикольно. Так, тем временем погнали в Евразию. Так, Евразия. Ну, в принципе, все восстанавливается, ничего экстренного нет. Там три корабля я построил, хотя надо, конечно, больше. Сейчас там строится порт, и этот порт даст нам корабли нормального уровня. Здесь грабеж, тут мы долбим турецкие порты. Так, давай, ты что, тормоза. Адмиралтейство и прочее. Давай заглянем в технологии. Давно здесь не были. Ага, мы за 5 ходов изучаем. Стрельбу шеренгами. Это очень полезная вещь. Если мы ее изучим оперативно, то у нас будет бесспорное преимущество над противником. Плюс потом можно будет изучить штык. Штык, который. Да, штык, вот тут вот. Квадрат. Тоже можно. Все можно изучать. Подожди, а сколько у нас народа? Нет, народа очень мало. Ничего не нанимаю я. Ну что, ходим, давайте сохранимся и сделаем ход. Погнали. Опа, что это такое? А, британцы преследуют пиратов. Отлично, это море, где-то стоит и наш торговый корабль. И то, что британцы их погнали, это прекрасно. Итак, что мы видим? Ну, у нас, во-первых, турки барагозили. Барагозили турки, все порушили у нас. Ну, с турками, я думаю, да. Весь регион столичный, который они... Так, а нам еще один ход нужен. Касса 7000, мы можем очень оперативно... Так, оперативно можно построить дороги, и это было бы здорово. Этот товарищ надо, конечно, сюда. Да что ты говоришь? Обходим.
Все, надо сюда, здесь, а то неудобно получается. Неудобно получилось. 1900 здания, 1400 дороги. Так, что мы имеем? Ну, тут у нас начинаются очень мрачные дела, начинаются, конечно. Ребята прям вылезли вот сюда. Опять с ними надо... Опять их надо долбить, при этом... Так, можем ли мы здесь нанимать пехоту? Да, мы здесь можем... А, вот мы можем здесь нанимать драгун. Линейной пехоты пока нет, к сожалению. Так, что-то надо предпринять, надо подумать. Во-первых, вот эти ребята сейчас у меня пойдут вот на эту армию. Я думаю, сейчас будет битва. Это уже нормальная битва, которую мы посмотрим. По-человечески я уже никуда вставать не буду. Так, с турками воюют две армии. И нам нужна еще одна ведь армия. Ведь нам нужна еще одна армия, чтобы взять в клещи вот Черкасск. Нам нужна армия. Так. Так, как там, там генеральчик нам нужны. Вот не хочется слабый отряд нанимать, потом что с ними делать? А погоди. Давай-ка наймем вот этих ребят. Еще казачки здесь есть. Так, вот наймем этих ребят. Два дохода. Слабенько. В Киеве мы... А, вот в Киеве мы можем нанимать линейную пехоту. Давай попробуем. Так, две линейных пехоты мы наймем в Киеве. Ну, давайте с дагестанцами уже эта серия у нас будет посвящена войне на Кавказе. Так, тут, наверное, нам надо... А, здесь есть один отряд. Давай еще коня наймем. Фуф, ну что, теперь давай сохранимся и нападем на вот эту армию крупную. К ним придет подкрепление. Погоди, а вот мелочь. Может, с мелочи начнем? Да. Если мы начнем с мелочи, к нам будет подходить подкрепление, наверное, и они будут под артобстрелом. Мы с этими быстро покончим. Да. Все, давай, сохраняемся. Давай тогда пишем еще. Ага. Все, погнали на поле боя. Обещаю, эту битву вы увидите. Так, все, я расставился. Сейчас я считаю, что нужно оперативно конницей валить тех, кто есть. Валим конницей. Конницей, ордой сейчас мы их... Да, дом в хлам. До подхода основного подкрепления нужно завалить. Завалить тех, что есть. Орда, кстати, может уже... Орта может уже на дальней позиции стрелять. Сейчас мы их сомнем. Так, где моя конница? А, вот моя конница. Надо уходить. Походу friendly fire здесь жесткий. Все, этих заколбасили. Обстрел идет по... Все, возвращаемся. Да, жесткий маленький френдлик тут прошел. Скачет конница, и наши отстреливаются, убегают, да. Да. Все. Так, все, здесь наши готовы. Вот так поставим. Даже не так, а, наверное, вот так. Тут стволов достаточно, а вот... Нет, смотри-ка. Нет, давай так. Давай. Да, наша арта атакует.
давай вот так, здесь. Так, здесь обстрел, у меня крайний отряд не участвует в битве. Пробивают. Пробивают наши ряды. Бегом в огненный мешок. Да, здесь маленькую арту у нас покоцали. Вторую тоже. Да, тут, конечно, казалось не очень удачно. Да, зато здесь законопатель всех. Так, законопатель всех атакующих. Но мы потеряли арту, к сожалению. Сейчас наряду три битвы. Наши пикинеры. Пикинеры наши сражаются. Здесь что такое? Да, здесь помогают боковые. Огненный мешок, все налетели. Быстро выдвигаемся. Наши перезарядились. Я думаю, сейчас наши будут уже палить по наступающей кавалерии. Да, не успевают казачки подстроиться. Давай контратаку сделаем. Вау! Вау! Отлично, конница действует у них. Да, арту мы, конечно, потеряли. Да, не очень удачно. Ну давай, помоги уже, чего вы стоите-то. Так, а ребята у нас готовятся к следующим, так сказать, действиям, да, по... Да, арту, конечно, мы потеряли. Ну ничего. Давай попробуем вернуть артиллеристов. Так, все, этих загнобили. Этих загнобили, и нам надо будет... Так, кавалерия уходит назад. Кинеры, конечно, сделали свое дело, но... Но не очень так... Не очень красиво. Давай попробуем передвинуть. Все-таки от орудий мы попробуем оттолкнуться. А, вот так, да? Давай, раз у нас здесь уже взято. Орудие, вернее, взяли. Пробуем вот так поставить. Так, кавалерия здесь. Кавалерия здесь. Давай, ребят, надо долбить. Кто у нас тут? Да, неудачно, конечно, получилось по поводу артиллерии. Стреляем, нет? Ну-ка, по генералу. Не стреляют. Боеприпасов нет. Прекрасно. Я имею в виду типа боеприпасов нет. Лошади с ящиками ускакали. Да, придется без арты. Придется без арты действовать. Выдвигаемся. Так, здесь поддержка конницы должна вот быть на этом фланге. Так, это сюда. Это вот сюда. Все, понеслась. Ну что, скоро мы изучим стрельбу с шеренгами, тогда уже будет намного-намного все интереснее. Красивше. Так, ну что? Гремят барабаны. Выдвигаются войска. Выдвигаем еще. У нас хорошая пехота, я думаю, она переживет все эти неприятности. Переживет неприятности и разовьется в нормальную пехоту, стреляющую шеренгами, и будет у нас все четко. Так, здесь пошло. Я думаю, здесь надо уже начинать обстреливать с лучниками.
Так, здесь пошел обстрел у нас. Перестрелка, точнее. Так, давай. Бегом. Вот так. Давай, залпом. Пока наши не... Они не могут наших прострелить из-за бугра. Давай, 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 залп. Нам нужен залп. Лучников. 279 человек у них. Посмотрим, какова результативность. Да, результативность такая, так себе. Но зато наш стоит в сейве. Внизу и... Так, давай-ка. Так, бегом. Здесь. Да, здесь надо... Здесь надо долбить именно штыковой атакой. Так, сейчас мы попробуем, да, пехотной атакой, но... Пехотной атакой, да, здесь надо действовать. Здесь надо действовать рукопашками, я думаю. Так, бегом сюда. А, эти пытаются. А, все. Все, 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 все. Все, у меня. Уходим туда. У меня кончились стрелы. Бегом, вот так, разворот. Тут, конечно, наши тоже как-то странно стоят. Не знаю, по голове попадут, может, кому-нибудь там. Так, изредка. Да. Все, давайте. Ребят, надо мочить. Тут сбоку нас обходит. Так, где у меня еще-то солдаты, я не пойму. А, оба здесь. Давай. Так, теперь мне нужны драгуны. Так, драгуны, драгуны. Надо прессовать вот этих вот пацанчиков. Давай, прессанем их сзади. Вот, вот проблема наша в чем. Линейная пехота построилась. Линейная пехота построилась сбоку. Давай, атакуем пехоту. Надо их... Перестрелка из сейва, она не очень удачна. Блин, ну вот это, конечно, ужасно, то, что происходит. Сейчас, надеюсь, наши успеют подскочить и сломать фланг. Вот они пошли в штыковую. Где Гена наш? Гена. Надо срочно Гену сюда. Ага, вот, выхлестнули наши драгуны, да? Давай, выхлестываем дальше. Сейчас, 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 ребят, подержи, продержитесь, только продержитесь. Сейчас мы атакуем. Ой, блин, быстрее. Здесь пошло... Здесь пошло так, давай на гору. Здесь нам надо развернуться. Все, здесь вошло такое мясо, что ой-ой-ой. Мы контратаковали, здесь атака, контратака. Казачки, казачки бегут. И мы все прессуем сейчас. Так, все, уходим. Уходим, уходим, уходим. Быстрее. Должны дать залп. Здесь по отступающим, да? В спину бьет наша пехота. Здесь тоже с борта перестрелка, но мы тут... Так, вот этих добиваем. А вот эти два пехотных отряда, конечно же... Пока стрельбы шеренгами нет, я считаю, что нужно биться в рукопашку. Так, вот это мои вовремя перестроились. Успевают еще нанести им потери, все, да? Так, бегом сюда, потом надо не забыть, что можно, что нужно развернуться. Давай, с тыла, здесь удар пойдет. Так, здесь добиваем. Хорошо, что нет укреплений. Здесь еще помогают наши. Красота вообще невероятная. Вон дагестанцы, какая форма крутая.
Закачаешься. Но у нас круче, конечно. Так, этих добили, идем на... Так, этих добиваем. Так, здесь ребята выстраиваются. Нет, стрельба идет, конечно, я не спорю, но лучше перестроиться. Так, коням лучше уйти. А этим перестроиться вот сюда. Вот, здесь конница еще скачет, генеральская. Давай, в клещи их возьмем. Так, здесь перестановка сил, здесь перестрелка, наши стреляют. Вот так вот, да. Они куда-то хотят законтрить нашу каву, но у них это не получится. Так, тем временем этот отряд уже берется в клещи. Я думаю, мы с минимальными потерями закончим. Так, ребята у меня перезарядились. Вот три атамана у меня. Вот, начинается стрельба. Идем в сейф. Входим в сейф. У них проблемы. Да, не очень удачно началось для нас. Не очень удачно началась для нас эта битва. Так, теперь давай, нам нужны. Нам нужны ребята вот эти быстро здесь. Так, все, порядок. А им придется в гору войти. Войти в гору, мы их здесь ждем. Давай, контратаку сделаем. Кавалерии в тыл. Давай, тоже помогите. Я не понял, вы что? Прохлаждаетесь. Еще мы еще не закончили. Так, все, эти ребята вынуждены на максимальное расстояние подходить. Ну, опять перестрелка через бугор. 5 перестрелок через бугор. Здесь мы доедаем. Бегом. Некоторые моменты, излом местности, он иногда вообще спасает. Мы можем какое-то направление спокойно оставить. Все, добиваем. Вот, мы можем какое-то направление бросить. Ага, все, отлично, я добью. А вы пока езжайте на мини-карту. Так, всем привет, я здесь. Я там добил и вернулся. Ну, короче, арта осталась у нас, конечно. Ну, вообще... Ну, блин, они куда в центральную эту Россию ломятся? Ну, куда они ломятся-то, а? Надо вот тут выхлёстывать их город уже. Наш, точнее, Черкас забирать. А мы вынуждены за ними гнаться. Давай сделаем огромное восстановление наших... Сейчас они начнут здесь... Слушай, да, станут, нет? Давай нанесем потерям, а? Вот так, нормально. Можно нанести потери. Давайте я схожу, пока нанесу потери им. Потом опять увидимся. Увидимся здесь. Ну, в принципе, как того и следовало ожидать. У нас тут не особо много нам удалось нанести потерь. Убили нашего капитана, и у нас пацаны побежали. Ну, кого-то там завалили, конечно. Вот, но так в целом. Ну так в целом ничего интересного не произошло. Так. Тем временем. Да, здесь у нас делаются войска, но здесь еще долго идти. Ну ладно, давайте-ка на следующей серии отложим все остальные движения. Как раз надо делать ход. И мы этим займемся именно в следующей серии. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока.